Рассказывай. Даже что не, тебе сказали? Да не надо это. Мне сказали, плюй на сына, люби себя. Так не могли сказать. Поменьше его. Ну, только на немецком, конечно, они говорили. Не на русском. Они говорили, на немецком. Spuk auf deinen Sohn und lieb dich selbst. Отлично. Отлично. Вы хорошо. Ну-ка, маму. А ну-ка, Лена. С мамой, с дочкой. А ну-ка меня, сына, сфотографируй. Так ты же видео делаешь, а не ну и что, вот пусть это будет видео, а вот ты вот эту кнопочку нажмешь и все. А видео идет, съемка идет. Подожди, я тут пока. Так, ну-ка. Так, все, что-то. Подожди, так, я все. Где ты? Так, все. Вот так, мы. сын. Ага, сын. Так, сын должен немножко, так. По-моему, чуть-чуть сын как бы присесть. Так, лицо не входит, ваше лицо не входит в камеру. А душа это не Да нажимай 10 раз, ну нажал и снова смотрит. И снова. Да. И все. И мать хорошо влазит. Мать хорошо. А сын не вмещается. Как бы увеличить? Ну, надо. Ты так медленно води все равно. Чтобы она это самое. Анекдот такой был. Он звонит с утра и говорит ли. Да. Ленка говорит. Да. Ну что такое, у меня ничего нету. Туалетной бумаги нету. Есть нечего. Я говорю, ну что ж ты ума все просрала, говорю. Ты, видать, говорю, не жидко ходила. Что у тебя и не пожрать, и бумага кончилась. Ой. Ой, ну вас. Жрак ли?